Друзья, хочу объяснить, почему, когда мы воду нагреваем, ее pH меняется. Ведь вы обратили внимание, что сейчас в последнее время очень много появилось в интернете разговоров о том, что если утром натощак выпивать стакан сильно подогретой воды, то это очень полезно. Да? Вот. Каким образом это действует? Каким образом? Простая питьевая вода, да, мы ничего с ней не делаем, только нагреем. Вот это полезно. Почему? Здесь два эффекта работают. Первый эффект тепловой, что когда вы выпиваете теплую воду, вот, она разогревает, расширяет сосуды и улучшает приток крови к органам пищеварительного тракта, по которым она протекает. Соответственно, ну как минимум желудок, да, вот, у нас уже будет улучшено кровоснабжение в желудке. То есть это уже польза. Соответственно, раз улучшается кровоснабжение, значит снимаются всевозможные воспалительные какие-то процессы. То есть уже улучшаются, то есть организм справляется с проблемой. Это первый момент. А второй момент. Надо помнить, за счет чего происходит защелачивание. То есть когда вы берете простую воду, ну например, возьмем там среднюю, нейтральную, 7.0, да, pH. Вот, если вы ее нагреете, то у нее pH будет 7.2, 7.3, 7.5. Почему? А элементарно просто, потому что вода, вот, молекула H2O, да, никогда не бывает в состоянии, где только одни молекулы. Все среды у нас всегда состоят из ионов. То есть и молекула воды, она не бывает, ну, бывает какие-то на какое-то короткое время молекулы целой. Чаще всего это смесь ионов. Ионов положительных H+, вот, ионов отрицательных OH+, минус. Да? Соответственно, когда мы нагреваем воду, ионы H, они более легкие, более подвижные, более мобильные. И, соответственно, при нагревании, ну мы все знаем, что при нагревании активность всех веществ увеличивается, усиливается. Соответственно, и активность и H, и OH усиливается. OH минус, мы знаем, это закисление идет, да? H плюс, это защелачивание идет, восстановительная реакция. Вот, так вот, ионы H, они более подвижны. Соответственно, их активность увеличивается сильнее, чем ионов OH. Соответственно, мы получаем сдвиг в щелочную сторону. Именно вот таким образом вода, которую мы нагреваем, она защелачивается.